Здравствуйте! В рубрике «Призрачный хакер» мы будем регулярно рассказывать о том, как сделать жизнь в интернете простой и приятной. И очень скоро вы станете самым настоящим хакером. Итак, начнем. Казахстан, как известно, страна чудес. Справедливо это и для интернета. Вряд ли стоит удивляться, что однажды, не в самый прекрасный день, вдруг окажется, что вы не можете зайти на какой-нибудь сайт. Не удивляйтесь, просто кудесники из КНБ заблокировали доступ к нему в сети интернет. Но, как известно, любое колдовство можно расколдовать. Сейчас мы вам расскажем о чудо-программе. Она не только позволит вам заходить на любые сайты, но и поможет сделать так, чтобы никто в мире не смог вычислить, где именно вы сейчас находитесь. Власти ой как любят находить тех, кто сидит на запрещенных сайтах. А значит, и эта цифровая шапка-невидимка нам пригодится. Итак, та-дам! Встречаем чудо электронного века — программу Tor Browser. Простая, бесплатная, качественная. Что нам и требуется. Сначала, как это работает. Прямой вход на сайт, допустим, облязов.орг, заблокировал злой Казахтелеком. Но его могущество ограничивается только территорией Казахстана. Используя Tor-браузер, вы становитесь куда круче Казахтелекома. С помощью волшебных мостов сигнал от вашего компьютера идет в другую страну, например, во Францию, оттуда в Швецию, оттуда в Финляндию. И уже только оттуда заходит на упомянутый сайт облязов.орг. То есть для железных казах-телекомовских машин вы посещаете какие-то загадочные сайты. Не то во Франции, не то в Финляндии. Чтобы скорее начать пользоваться программой Tor Browser, надо ее загрузить. Это делается так. Заходите на официальный сайт www.torproject.org, но ни в коем случае не нажимайте предлагаемую на главной странице кнопку «Download Tor», потому что власти вроде как тоже не дремлют и блокируют волшебные мосты, к которым подсоединяется основная версия Tor. Нам нужна другая кнопка. Опускаемся ниже и жмем на «Pledgeable Transport». Нажимаем «Download», еще раз «Download», затем «Сохранить файл». Выбираем папку, да хоть на рабочий стол. И вот программа уже в загрузках. Но чтобы программа работала, ее надо установить на компьютер. Для этого кликаем на значок. Здесь во всех всплывающих окнах просто надо тыкать кнопки типа «Да», «Согласен» и «Установить». Готово. У нас появился новый значок. Нажимаем на старт Tor браузер и запускаем программу. Открылось окно браузера почти такое же, каким вы пользуетесь всегда. Вот здесь наверху в так называемой командной строке пишем адрес интересующего нас сайта и нажимаем Enter. Не забудьте, что когда вы собираетесь воспользоваться Tor Browser, нажимайте на значок именно этой программы, то есть на луковку. Через обычный браузер программа не запустится, у луковки есть свой браузер. И вот мы можем беспрепятственно получать нужную нам информацию. И не надо бояться, что нас вычислят. Власти думают, что мы сейчас в Финляндии, а может быть во Франции, а может быть в Испании. Счастливого волшебства! Если все-таки с помощью моей инструкции вы не сможете зайти на заблокированный сайт, не отчаивайтесь. Это значит, что власти нашли другой способ заблокировать неугодные ресурсы. В этом случае пишите свои комментарии под этим видео, и мы найдем другой путь решения для возникшей проблемы. Впрочем, если у вас возникают любые вопросы, касающиеся интернета, пишите. Мы раскроем для вас все секреты всемирной паутины.